Привет всем! Ну, я опять заказывала Faberlic. Ну, и сегодня пришел мой заказ от Faberlic. Ну, и поделюсь с вами, что я заказывала. Так, первым, конечно, поставили каталог с чеком. Так, это я потом расскажу. Так, вот эти перчатки я заказывала. Ну, и... Три пары хотела женские еще заказать, но не были. Были только мужские. И только синие, и темно-серые такие. Так, ой, сейчас разверну перчатки. На них сейчас была скидка. Они считаются как сенсорные. Вот они, конечно, мне большие, это мужские. Вот тут такой узорчик. Перчатки очень мягкие такие. Такие классные. На тело очень мягкие. Ну, сейчас возьму мобильник. Вот. Ну и посмотрим, как он работает. Так. Да, все нажимается. Вот. И все вот работает очень хорошо. Так что... Перчатки классные. Вот так. Ставлю. Так, дальше. Формочку заказывала для выпечки. Вот, елочка. Она еще как новогодняя. Вот такая вот. Тут вот, где, наверное, ее где-то подвесить можно. Такая интересная, но я думала, она будет чуть-чуть повыше могли. Очень, ну ничего, попробую потом печь, как она будет. По запаху никакого запаха нету. Такая вот формочка теперь у меня. Так, что тут? Так, посмотрю, что тут мне. Так, вот, я заказала на складе, оставшись, были прошлогодние магнитики. Вот, и я решила собирать коллекцию. У меня 2018 год есть, ну и взяла 2017 год, год петуха. И теперь буду каждый год как коллекцию собирать. Так, дальше пинцет. Ну, я уже брала пинцет. Мне он очень понравился. Просто у меня вот эта Faberlic надпись, она у меня отвалилась. Ну, я и решила вообще, он недорогой. Решила еще один заказать. Дальше тут. А, вот эти я опять. Эту тоже я уже брала. Это гелевая маска патч для кожи вокруг глаз. С гиалуроновой кислотой и коллагеном. Мне они очень понравились. Я еще взяла. Так, это тоже укрепляющая маска патч для кожи вокруг глаз. Beauty Lab. Эту я беру первый раз. Эту вот еще буду пробовать. На пробу взяла. Тут я взяла универсальные очищающие полоски. Эту я тоже уже брала. Мне так ничего понравилось. Вот взяла 4 штуки, потому что берешь 2, она дешевле. Ну, я взяла 4 штуки. Они вообще, считай, чуть не даром. Очень дешево было. Так, тут у меня я брала духи на пробу. Взяла 5 штук разных. Вот, буду смотреть. Хорошо, что пробники есть. Не надо сразу большую упаковку брать. И вот взяла 5 пробников. Вот, посмотрю, какой мне понравится запах. Так, и тут мыло. Мыло-штрудель с мороженым. Ну, это я взяла за баллы. Это был как... считается подарок или как, ну, за баллы. Так, взяла духи. Такие духи я уже брала. Сенсуэлла. Мне они очень понравились. Открывать не буду.
Они такие сладковатые. Ну и мне они очень понравились. Сейчас опять тоже была скидка, я решила еще взять. Так, тут зубная паста, которая понравилась всей моей семье этой. Это зубная паста нежная мята. Ну и это сейчас у нас в фаворите, зубная паста. Дальше. Я взяла, что тут уже не помню, сейчас открою. Наверное, это, ага, это, вот, все ее очень хвалили. Это тональный крем, сыворотка с омолаживающим эффектом сияния молодости. Там было два вида, я взяла под номером 6309, это самую светлую. Все ее очень хвалили. И у меня было 50% скидки, и вот я решила взять тоже такую сыворотку. И у меня теперь будет так вот такой дозатор. Она довольно, во как в руке, довольно не маленькая. Я думала, будет меньше, но она во довольно такая большая. Сейчас попробую. Сначала воздух там. Вот это самый светлый. Такой классный. А запах какой классный. Да, очень. Тут такие у меня как вены были все, а сейчас такая вообще. Ну, буду. Мне покамесь на руке очень понравилось. А запах вообще классный. Так что у меня тоже будет вот такая вот сыворотка. Так, дальше. Так, вот, я взяла жидкое мыло тоже. Моему сыну очень понравилось. Я уже брала штрудель с мороженым. И он теперь руки моет только этим мылом. И сказал, что другое не брала, только это. Ну, как у меня тоже баллы еще были, я вот это взяла за баллы. Дальше я себе сыворотку тоже взяла еще в запас. Это сыворотка для лица. Так. Вот она вот такая вот идет. Тоже вот такой дозатор здесь. И это тоже мне было 50% скидка на нее. Так, дальше что у меня здесь? А, вот этот кислородный бальзам. Вот я его все время хотела взять, и все время думала, брать, не брать. А тут тоже еще мне было 50% скидка, я решила его вот взять. Я отзывы про него прочитала, что очень хороший. Так что тоже взяла, буду пробовать. Так, дальше. Вот это вот, вот. Мне все шло 50% скидка. Так, дальше взяла душежеле. Хотела тоже взять штрудель с мороженым, но закончился, так как сына любимый очень. И я взяла тут три таких. На них была скидка. Это малина и белый шоколад. Это мята шоколад. Ну и это французский десерт новый, который я еще его не пробовала. Сейчас. Запах такой сладковатый у него. Ну, да, сладковатый такой. Как будто карамель какая-то такая у этого. Сразу вишневый как будто. Не малина мне как-то, а вишневый. Ну, вообще малина тоже. Ну, этот как бы лучше мне. Ну и мята. Мята я даже не чувствую, как будто пока мяту. А, вот, теперь чувствуется. Да, мята чувствуется. Вот, ну пока самый лучший мне вот этот запах. Ну будет, когда штрудель
появится, я обязательно возьму штрудель. Так, дальше. Тоже была скидка на шампунь для жирных и нормальных волос. Я взяла для своих мужчин этот шампунь. Так, а для себя я взяла шампунь, я беру для светлых и блондированных волос. Мне вот этот как понравился, и я его взяла. Ну, я его взяла тоже, мне кажется, по скидкам 50%. Так, краску я, как всегда, взяла. Сейчас я взяла 10-1 для себя. И это тоже мне шло за баллы. Вот этого, три этих, я выбрала за баллы. Это как за баллы? Ну, абсолютно, чеки даже ноль. Считай даром. Так, тут я взяла чай. Тоже была скидка с чабрецом. Вот попробую. Тоже я отзывы слышала, что с чабрецом вкусный чай. Так и я решила взять. Ну, еще взяла краску эту новую. Вот, взяла я 901. Первый раз взяла ее. Перламутровый блонд. Ну, тут как бы он такой не совсем блонд выглядит. Когда в каталоге он более такой выглядел сероватый такой блонд, а тут такой рыжеватый. Ну, буду пробовать, какая будет. Не знаю, эту я первый раз вот беру. Я всегда брала вот такие. И брала большинство, этот 9-1, мне кажется, был. Да. Ну, иногда 10-1. Моя мама самый любимый 10-1. Ну, я 9-1, а сейчас решила 10-1. Потому что что-то мне тот не покрасилось так, как надо. Ну, вот такой у меня этот раз заказ. Такой не очень маленький и не очень большой. Вот, и теперь про каталог. Это февральский. Начинается с 22 января по 11 февраля. Такой красивый. Это у меня тут, конечно, латышский. Есть и русский. Ну, где вы живете, там на том языке есть. Вот. Он довольно толстый. Сколько тут? Тут 339. Считай, листов довольно такой толстый. Тоже скидки будут всякие, все. Так что тоже покупайте, берите. Faberlic очень хорошая косметика, я считаю, качественная. Вот. А кто не оформлен, оформляйтесь, регистрируйтесь. И при оформлении еще получаете подарок, как всегда. Так что я внизу оставлю сайт, где вы можете зайти, посмотреть и оформиться. И тоже приобретать продукты от Faberlic. Ну, что я еще могу сказать? Когда будет следующий заказ еще, сниму, расскажу. Ну, а покамесь буду пробовать все это. Так что всем хорошего дня и всем пока!